И вот мы сейчас стоим на производстве, все реализовалось довольно хорошо. Если так кратко рассказать про дверь, что здесь будет использоваться, здесь используется капиллярный отпечаток пальца. Он отличается от обычного отпечатка пальца тем, что считыватель постоянно находится в подогретом состоянии. И он будет считывать только тогда информацию, когда вы поднесете палец, функционирующий кровью. Для чего это существует? Это существует для того, чтобы нельзя было считать отпечаток. В данном случае это будет смешно слышно. То есть, если вы отрежете палец Страшно, да. клиента и приложите его к отпечатку, он его не откроет. Главная задача, чтобы свежий, хороший палец с функциональной кровью, это будет Да. Если самое... отрезал, то только Да, сразу надо да, прикладывать. да, да. То есть, либо сразу возле двери отрезайте палец, либо не отрезайте его вообще.